Появление Джорджа Клуни придало звездного блеска премьере его нового политического триллера «Мартовские иды», которая состоялась на лондонском кинофестивале. 50-летний голливудский тяжеловес выступил в новом фильме в качестве актера и режиссера. Партнер Клуни по картине Райан Гослинг сыграл молодого пресс-секретаря губернатора Майка Морриса. В роли самого политика снялся Клуни. Обладатель «Оскара» актер Филип Сеймур Хоффман исполнил роль менеджера предвыборной кампании Клуни, а Эван Рэйчел Вуд досталась роль интерна, участвующего в предвыборной кампании Морриса. Клуни высказал свое мнение по поводу протестов в США, получивших название «Захвати Уолл-стрит». Настают интересные времена. В стране накапливается недовольство. Интересно, чем все это закончится. Мне нравится, когда люди выражают недовольство тем, что 95% людей при деньгах выигрывают выборы. С тех пор, как «Мартовские иды» дебютировали на кинофестивалях в Венеции и Торонто, фильм входит в число новинок, которым прочат «Оскара» в этом году.